Добрый день, дорогие зрители. Вы смотрите программу «Диалоги о животных». Наш генеральный спонсор – Royal Canin. Royal Canin разработал уникальные программы питания для собак и кошек. Ну а мы с вами сегодня познакомимся с жизнью довольно необычного местообитания – болота. Надо сказать, что в нашей стране огромное количество болот в свое время было осушено, и совершенно напрасно. Дело в том, что помимо того, что болото – это своеобразный механизм, регулирующий водный баланс данной территории, там обычно формируются уникальные экосистемы, и одна из них до сих пор сохранилась в Северной Америке в Акифинаке. Болото на рассвете. Болото не очень привлекательно, по крайней мере, на первый взгляд. Но это болото Акифинаки, жемчужина американской девственной природы. Запрятанное на юго-востоке США между полуостровом Флорида и штатом Джорджия, Акифинаки тянется на 50 километров в длину и на 30 километров в ширину. Это царство дикой природы. Темный кипарисовый лес, болотные кипарисы, заросли кустарников, сплетенных ветвями, они образуют меняющие свои очертания святилища, отпугивающие всех, кто не является его частью. Это рассказ о Акифинаке, плавучем мире природы. К концу дня сырой туман, словно плащ, окутывает Акифинаки. В это время начинают кружиться американские стервятники. Туристам нет необходимости напоминать, что настало время уходить. Даже старожилы этих болот, люди, привыкшие к этим местам, редко выходят из дому с наступлением вечера. Дело в том, что сейчас очень просто наткнуться на ядовитого водяного щитоморника, свернувшегося кольцом под покровом темноты. Аллигаторы вышли из укрытий, влекомые голодом и ревом других аллигаторов. Ночи в Акифинаке породили рассказы о рыскающих фантомах, о гигантских призраках медведей, пантер и змей. Очевидно, что эти рассказы принесли болотам дурную славу. Но на рассвете Акифинаки меняется. Свет раскрывает всю его красоту. Но кое-что остается прежним и при свете дня. Здесь очень легко заблудиться. Это случается даже со старожилами. Хотя они никогда не признаются в этом. Самый безопасный способ познакомиться с болотом – это продвигаться по открытым участкам Суони-Ривер, которая протекает через Акифинаки с севера на юг. Растения тоже используют эти открытые участки воды. Они цветут на болоте 10 месяцев в году. Только небольшая часть болота состоит из открытой воды, до которой можно добраться на лодке. В этом плавучем мире озера быстро превращаются в узкие каналы, исчезающие в затопленных лесах. 80% Акифинаки составляет лес, и самое распространенное дерево здесь – водолюбивый болотный кипарис. Канал заканчивается в лабиринте стволов кипариса и их торчащих корней странной формы, называемых колено кипариса. Эти колена часто бывают местами отдыха водяных щитоморников. Если его потревожить, щитоморник может упасть в лодку и укусить пассажиров. Но не все живущие здесь существа опасны. 25 лет миллионы американцев каждый день смеялись над выходками Покко. Опоссума Покко – герой знаменитых комиксов Уолта Келли, изображающего обитателей болота Акифинаки. А это животное читатели комиксов знают по кличке Порки-Пайн, что созвучно английскому названию дикобраза. Неудивительно поэтому, что у него колючий характер. Виргинский филин изображен большеглазым. В этом комиксе медведи всегда изображаются смешными. Это медведь-барибал. Рыжая рысь – неуловимый и хитрый охотник, известна под именем «Коварная кошка». И высоко на своем мрачном месте стервятник или гриф-индейка по кличке Саркофаг.
Разумеется, живые животные Акифенаки, в отличие от героев комиксов, не дружат между собой. Один из обитателей болота, аллигатор Альберт, с удовольствием съел бы всех остальных. Он самый знаменитый житель болота. Так как теперь болото стало национальным парком, популяция аллигаторов процветает, но все же она не столь многочисленна, как в прошлом веке. Вечерний сеанс на РТР. Всю неделю самые, которые являются своеобразным мостом между сушей и водой, бывают разные. На их внешний вид и архитектуру влияет множество факторов. Болото, с точки зрения нормального человека, это не суша и не вода, а нечто среднее. Неприятное место, где под ногами хлюпает и чавкает жижа. Твердь ходит ходуном, и легко можно увязнуть или даже утонуть. Кроме того, на болоте часто неприятно пахнет, и тьма голодных насекомых-кровососов. Определение географов-палеустрологов, то есть болотоведов, более строги. Болото – это участок суши, для которого характерно постоянное и избыточное увлажнение, вызывающее появление гидрофильной, то есть влаголюбивой растительности, и для болота характерно развитие специфических почвенных процессов. Этим самым процессом, то есть заболачиванию, способствуют расположенные близко к поверхности водоупорные слои, поэтому болота наиболее широко развиты в тундре и тайге, районах с вечной мерзлотой, являющейся таким водоупором. В тропиках в роли водоупора обычно выступает древний кристаллический щит, покрытый лишь тонким слоем органических осадков или толще водоупорных глин в низинах. Таким образом, для существования болота вовсе не обязательно особая влажность климата с непрерывными осадками. Некоторые категории болот могут возникать и процветать даже в засушливом климате, как, например, в Африке, в дельте Окаванго. Множество болот, особенно в теплых климатических зонах, возникает в результате зарастания водоемов. Схема такова. Водные растения, отмирая, заполняют озерную котловину отложениями, что создает условия для произрастания на них следующего поколения растений, которые также отмирают. Кроме того, с берега в водоем выносятся массы неорганических и органических веществ. В результате на дне образуется илистая толща. Таким образом, постепенно озеро мелеет. Остатки растений гниют, выделяется тепло, которое нагревает воду. Нагретая вода содержит меньше кислорода, зато предоставляет еще лучшие условия для произрастания водных растений. Вот так растения как бы сами создают почву для своей дальнейшей экспансии. Постепенно водное зеркало совсем зарастает, и водная растительность рано или поздно заменяется болотной. Глубокие озера с крутым подводным склоном могут зарастать сверху, затягиваться сплавиной забуном, состоящим из живых и отмерших частей, плавающих на поверхности растений. Этот плавучий ковер сначала развивается у берегов, с каждым годом утолщаясь, он надвигается на озеро. Как раз такого типа плывуны развиваются в Акифенаке. Куски оторвавшейся сплавины образуют плавучие острова. В конце концов, сплавина становится настолько прочной, что по ней уже можно ходить. На слой гумуса вырастает сухопутная болотная растительность и даже деревья. Рано или поздно сплавина заякоривается за дно, и участки, не связанные растениями воды, сокращаются. Немалую роль в продлении или, наоборот, укорочении срока жизни озера играют животные. Растительноядные рыбы и такие истребители зеленой массы, как ламантины, поедая водную растительность, пробивают окна в зеленом ковре и препятствуют зарастанию водоема. Аллигаторы, крокодилы, живущие в Новом Свете, в том числе и во Флориде, роют настоящие бассейны, активно препятствуя заболачиванию водоемов. В тех местах, где выбили аллигаторов, озера и заводи превращались в болото с удвоенной скоростью. С другой стороны, в Африке бегемоты, пасущиеся ночью на суше, а днем испражняющиеся в воде, способствуют переносу огромного количества органики в водоемы и, в конечном счете, их заболачиванию. Бобры, устраивая запруды и прорывая отводные каналы, превращают быстротекущие реки в сеть почти стоячих водоемов. Увеличивающееся зеркало воды хорошо прогревается из-за медленного течения, слои воды не перемешиваются. Все это создает условия для бурного развития водяных растений, а следовательно, для ускоренного зарастания.
Конечно, уважаемые зрители, нам с вами, в основном жителям средней полосы, значительно привычнее торфяные болота. Механизм их образования изучен довольно хорошо. Обычно болота возникают в результате зарастания стоячих или слабопроточных водоемов, либо заболачивания суши, лесов, лугов, вырубок, гарей. В холодных сырых регионах торфяные болота формировались примерно 5000 лет, в течение которых озера постепенно заполнялись по мере накопления отложений водной растительности. Края озера заболачивались, что давало возможность древесным растениям, например, ивам и ольхе, заселять побережье. Однако недостаток минерального питания в воде из-за затруднений стока в конце концов приводит к тому, что на месте деревьев появляется сфагновый мох, а в степных озерах – плавающий ковер и засоки, ничто иное, как оторвавшаяся сплавина. При недостатке кислорода и низкой температуре процессы разложения растительных остатков затрудняются, и, накапливаясь, они образуют торф. Болотом в строгом смысле называют участок, слой торфа на котором имеет мощность не менее 30 сантиметров. Участки с менее мощным торфяным слоем называют заболоченными землями. Но когда холодно, мало кислорода, много осадков и мало влаги испаряется, болото образуется и на суше. Возникновению болот на суше способствует обеднение почв питательными веществами, связанные с их вымыванием. Вместо высших травянистых растений появляются менее требовательные мхи, маховая дерновина задерживает влагу еще больше, а деревья, выполняющие дренирующую роль, отсасывая воду корнями и испаряя ее через листья, гибнут от недостатка кислорода в стоячей воде. На заболоченном лугу роль мхов выполняют дерновины осоки. С увеличением мощности слоя торфа повышается уровень воды и продолжает замедляться сток. Процесс заболачивания распространяется от понижений на более высокие участки. Надо заметить, что личинки многих групп насекомых и кровососущих и относительно безобидных для человека, таких как личинки стрекозы, развиваются в воде болот и лишь затем переселяются в надводный мир. Но каким бы путем ни образовалось болото, оно непрерывно развивается. Ведущая роль в этом процессе принадлежит растительности. Молодое болото еще богато минеральными веществами. На нем растут более требовательные к условиям питания растения. Такие болота называют низинными. Их поверхность вогнута или плоская. Питаются низинные болота атмосферными осадками, водами поверхностного и подземного стоков. По краям таких болот растут ольха, береза, осина. Широко распространены осоки, хвощи, веники, тростник, папирус. В южных местах, естественно. Одно из животных, отлично чувствующих себя в непосредственной близости от болота, это лось. В этом местообитании он чувствует себя как дома и прибавляет в весе по килограмму за день за счет вкусных водяных растений, которые срывает со дна водоемов. Но по мере нарастания толщи отложений болото становится все более выпуклым и начинает напоминать линзу. Это происходит потому, что разложение растительного материала по краям болота из-за большого количества растворенного кислорода идет более интенсивно, чем в центре. Стекающие к болоту воды попадают только на его окраины, а центральная часть болота питается лишь дождями и снегом. Количество минеральных веществ в отложениях уменьшается, здесь могут выжить лишь наименее требовательные растения. Болото становится сначала переходным, а затем верховым. Господствуют здесь сфагновые мхи. Растительный и животный мир значительно обеднены. Здесь живут своеобразные представители пернатой фауны, которых проблемы зыбкой почвы волнуют в меньшей степени. В тропиках верховых болот не образуется в связи с интенсивностью процессов разложения растительного материала. Торфяные отложения болот – это уникальная природная летопись, хранящая сведения о самых различных группах животных и растений, существовавших, главным образом, в те 10-12 тысяч лет, что отделяют нас от последнего плейстоценового оледенения.
Органические остатки хорошо сохраняются в торфе благодаря тому, что развитие гнилостных грибов и бактерий подавлено сочетанием застойного переувлажнения, отсутствия кислорода и кислой средой. К тому же сфагновые мхи выделяют вещество сфагнол. Это бактерицид, подавляющий также течение процессов разложения. Благодаря таким особым условиям палеонтологи имеют возможность изучать очень широкий, полный набор самых различных групп растений и животных, начиная от пыльцы цветковых растений, спор-споровых растений и кончая очень полно сохранившимися скелетами таких крупных животных, как большерогие олени, лоси, древние лошади, зубры, бизоны. Это было мнение нашего научного консультанта Александра Карху, который поведал нам о том, что торфяники – отличное место захоронения останков животных, превращающихся со временем в объекты палеонтологии. Но давайте продолжим знакомство с фауной Акифинаки. Не без гордости замечу, что некоторые обитатели этого болота гостили в нашей передаче. Как, например, существо, которое мы сейчас увидим – мягкотелая черепаха Трионикс. Мягкотелая черепаха Трионикс – свирепый хищник и умелый пловец. Она называется так, потому что ее панцирь покрыт мягкой кожей, а не роговыми пластинами. Самая большая птица на местном болоте – канадский журавль. Он также бдительный страж болота, издающий громкий крик тревоги при первом же появлении незваного гостя. Гораздо более традиционное предупреждение своей погремушкой посылает восточная гремучая змея. В Акифинаке водится 37 видов змей, но большинство из них, к счастью, не ядовиты. В течение некоторого времени большие белые цапли не были здесь обычны. Эти птицы уничтожались в большом количестве из-за того, что их перья шли на изготовление плюмажей для дамских шляп на пороге 20-го столетия. Акифинаке помогло вернуть их почти из небытия и спасти от вымирания. Цапля слышит многообещающее бульканье и направляется на разведку. Но на поверхности оказывается нечто большее, нежели рыбка. Днем угроза птицам со стороны аллигаторов не очень серьезна. Аллигаторы наиболее активно действуют ночью, когда могут устроить засаду на добычу. Есть нечто символическое в их встрече. И цапли, и аллигаторы были почти уничтожены в этих местах из-за своей коммерческой ценности. Этот аллигатор ищет более легкую добычу, нежели пернатый. Лягушка-бык его вполне устроит. Аллигаторы вообще неразборчивы в еде. Они поглощают все, что им подходит по размеру, иногда даже собственных детенышей. Речь идет о крокодилах-самцах. Водяного щитомордника также называют мокасиновой змеей. Он не настоящая водяная змея в том смысле, что не является водным охотником. Большинство своих жертв щитомордник настигает на суше или близко к берегу. В качестве предупреждения, прежде чем нанести удар, щитомордник обнажает белую внутренность своего рта. Отсюда его народное название – хлопковый рот. К счастью, его укус редко бывает смертельным для человека. Как все змеи, щитомордник кусает только в ответ на нападение. Или если на него случайно наступить. Жители болота придерживаются пассивной тактики. Просто сиди, как будто говорят они, и слушай, как дышит болото. В 90-е годы 19 века была сделана попытка осушить Акифинаки. Она окончилась провалом. Землечерпалки работали 4 года. Это стоило несколько миллионов долларов. Акифинаки даже не поморщилась и от проекта отказались.
Другой проект – строительство дренажного канала – подразумевал сделать возможным вывоз из болота строительного леса. Нужна была твердая древесина и сосна, но главным образом авторы проекта хотели добраться до огромных болотных кипарисов. Некоторые из них простояли уже 300 лет. Проблема была решена в начале 90-х годов 19 века. Вглубь болота была построена железная дорога на сваях, и деревья транспортировались над водой. Эта операция закончилась в 1927 году. В наши дни болота и кипарисы полностью восстановлены, а люди, там жившие и работавшие, принадлежат живописному прошлому. Ну что ж, дорогие зрители, хорошо, что природа победила нелепые человеческие фантазии, но, к сожалению, так бывает не всегда. Однако давайте на время прервемся и поприветствуем нашу гостью Наталью Шегельскую с афганской борзой. Здравствуйте, Наташ. Добрый день. Ну, представьте, пожалуйста, вашу собаку. Собаку зовут Бланшар Зорба. Да, замечательно. Это какую породу? Афган. Афган порода очень древняя и очень интересная. Ну, вот обычно говорят афганская борзая. Как правильно все-таки называть? Мы называем афган. Почему? Афганской борзой мы называем аборигенов афганских. Понятно. А в чем разница? Разница в том, что аборигены, мы считаем, когда их привозят непосредственно с пастбищ. Они только что сторожили собак. У них овец. Да, простите, пожалуйста, овец. У них, конечно, отличается сильный экстерьер. И они не такие красивые, не такие шерстяные. Эта собака больше уже декоративная. Очень много придумано в ее внешности, чтобы ее украсить. А кто вот занимался разница. Украшательством? Больше всего украшательством занимались американцы. Угу. Англичане считают, что порода должна быть такой, как они ее вывезли век назад из Афганистана. Понятно. Ну, то есть это, наверное, древняя порода, ты по своему Это очень древняя порода. И легенда говорит о том, что Ной, среди прочих животных, взял свой ковчег и афгана. Афганскую борзую. А вы не считаете, что любители, скажем, каких-нибудь других пород собак, среднеазиатских овчарок, тоже вам скажут, что Ной взял именно среднеазиатскую овчарку с собой, а не афганскую? Ну, зачем это обсуждать? Пусть они это скажут на следующей передаче. Понятно. Мы в это верим. Хорошо. Замечательно. Ну и вот, значит, вывезли, да, они, англичане, вывезли 100 лет назад, да? Кстати, простите, я хочу вернуться к вопросу о другой породе. Да. Есть маленький нюанс. Да. Как легенда дальше говорит, ковчег наскочил на топляк и получил брешь, из-за которой мог затонуть. Да. И вот афган своим острым носом эту брешь заткнул, таким образом спас, можно сказать, все человечество. А вот это, вы знаете, не все другие породы могли бы это сделать. Точно, это более правдоподобная версия, чем начало. Будем считать, что я доказала. Действительно, мы считаем, что эту собаку, то есть мы знаем, что ее вывезли англичане. Да. Поскольку вывозить ее было нельзя под страхом смертной казни. Занимались, в общем, единственный питомник в Афганистане принадлежал королевской семье. Угу. И они, собственно, считается, занимались разведением афганов. Угу. И вот англичане, усыпив собаку, вывезли ее в багажнике автомобиля. С тех пор... Одну? Несколько, конечно. Понятно. Сначала одну, например, таким же путем, и вторую. Понятно. Да. Так одной маловато, мне кажется. Таким образом, в Англии был положен начало разведения этой породы, первый питомник. И в 1926 году он был официально признан, эта порода была официально признана в Великобритании и также в Америке. Все понятно. Ну, а вот вас-то что, собственно говоря, привлекло в этой собаке? Эта собака необычайно умна и независима. Она сама принимает свои решения. Очень достойно себя ведет, очень горда. Мне это очень нравится в ней. Кроме этого, я должна сказать, что природа показала себя великолепным мастером от кутюр, когда ее создавала. То есть настолько красивая, изящная голова, длинная шея, ноги, очень гармоничный облик, красивые движения, то есть шерсть струящаяся. Все понятно. Все в целом. Хорошо. А скажите, вот говорят, что я слышал, что они участвуют в бегах борзых. Да, вы не участвуете сами? Мы не участвуем в бегах борзых. Или это другие афганские борзые бегают? Это как раз скорее аборигены. Бегают, да? Да, это связано, многие, так сказать, причины мешают нам это делать. Меняется темперамент на собаке очень сильно, если вы она участвует в бегах. Вы имеете в виду характер? Да, конечно. Вот. А, и он в какой... Нам бы этого не хотелось. Нам бы хотелось, чтобы они продолжали быть такими милыми, такими спокойными, декоративными уравновешенными. То есть они вам... очень удобны для содержания в квартире, надо сказать. То есть вам это, именно это нравится? Да. Все понятно. А вот ну, какие рекомендации начинающие любители могут от вас получить, то есть люди, которые еще не имеют этой собаки, но, возможно, посмотрев, захотят.
Это у нее так много шерсти, наверное, это очень нудно ухаживать за такой шерстью. Она пачкается, наверное, когда зимой. Это одно из заблуждений. Я бы сказала, что это один из тех мифов, которых мне хотелось бы развить. Ухаживать за пожалуйста. Шерстью афгана... Вы имеете полное право развить этот миф. Ухаживать за шерстью афгана на самом деле очень несложно. И грязные улицы ему совсем не помеха. У нас существует много специальных приспособлений, как-то сапожки, затем комбинезоны. Кроме этого, афган не теряет шерсть по три раза в году, как некоторые другие породы собак. На самом деле он, особенно взрослая собака, кобель, линяет очень мало. Практически мы считаем, что не линяем. Иначе бы не удалось вырастить такую длинную шерсть на этой собаке, если бы она часто линяла. Понятно. Ну что ж, вы достаточно полно нам рассказали об этой собаке. И в заключение нашей беседы я хочу сказать вам, что наш генеральный спонсор «Роял Канин» вот приготовил для вас такой замечательный подарок. Набор аксессуаров. Спасибо большое. Роял Канин. Спасибо. Но это не все еще. Наш генеральный спонсор Роял Канин разработал специальную программу питания для собак разного размера и возраста. Наконец ему он встал. Да, ему понравилось. Ему понравилось. Значит, спасибо большое. Корм медиум это специально для собак, которые весят от 10 до 25 килограммов. Как раз ваша собака, я думаю, попадает в эту весовую категорию. Большое спасибо. А от себя лично я вам хочу презентовать экземпляр журнала «Друг» для любителей собак. Хочу заметить, что со следующего года в этом журнале вы увидите страничку, посвященную нашей передаче. Это спасибо. Наш любимый журнал. Спасибо. Спасибо, до свидания. Роял Канин Медиум. Напоминаю, у нас в гостях была Наталья Шигельская с афганской борзой. Хочу заметить, уважаемые зрители, что болото Акифинаки служило в свое время прибежищем не только представителям животного мира. Вождь Билли Кривоногий – беглец, индеец, прятавшийся и сражавшийся здесь на болоте. Семья так называемых болотных жителей – это потомки отшельников, пришедших сюда, когда индейцев вытеснили в 50-е годы 19 века. Болотные жители строили длинные бревенчатые хижины и выращивали урожай на немногих участках твердой земли. Появление лесорубов навсегда лишило этих отшельников спокойной и уединенной жизни. Многие пошли работать на лесопилке, где скатывали бревна для распиливания с помощью быков и гигантских колес. Другие работали на предприятиях, построенных на болоте, изготавливающих скипидар. Затем была предпринята серия попыток сохранить Акифинаки. Охота с ружьями и установка капканов были запрещены. Со временем аборигены болота были вынуждены покинуть его. Здесь все еще сохраняются следы короткого периода промышленной деятельности, останки паровых котлов и локомотивов. То, что болото не сумело поглотить, оно превратило в обычные для себя формы, похожие на змей и покрытые ржавчиной. Более 60 лет назад на этом месте был город с населением из 600 человек, спрятавшийся в глубине плавучего мира природы. История Акифинаки – это история сопротивления и жизнестойкости. Чужаки не сумели изменить его. Но времена года, в особенности осень, могут привести к радикальным переменам на болоте. Холоднокровные животные, такие как этот красный полос, замедляют свою активность осенью. Они пытаются максимально использовать уменьшающееся число солнечных часов. Кипарисы становятся темно-желтыми. Хотя они относятся к хвойным, большинство из которых вечно зеленые, их листва опадает в конце года. Уровень воды в болоте всегда снижается осенью и зимой. Обычно это не оказывает никакого влияния на животный мир, так как многие животные впадают в оцепенение. Но если дождь вообще не выпадает, это может привести к засухе. Если болото пересыхает, животные, зависящие от воды, тянутся к немногочисленным водоемам. Такие охотники, как королевская змея, в течение короткого времени имеют доступ к легкой добыче, но в свою очередь могут стать жертвой аллигаторов или ястребов. Запах дохлой рыбы и лягушек становится все сильнее, приводя грифов индеек в состояние экстаза. Они непрерывно кружатся над добычей и камнем падают на нее. Во время особо сильных засух может вспыхнуть пожар, вызванный обычно ударом молнии.
Каждые 30 лет в Акифинаке бывает в среднем один большой пожар. 40 лет назад 5 пожаров, горевших более или менее одновременно, смели 80% растительности Акифинаки. Пламя проникло в торфяной слой, лежащий в глубине. Попав туда, огонь может гореть неделями. Черный дым покрывает всю местность. Может случиться, что огонь не будет полностью погашен до весны, когда дожди вновь принесут воду на болото. Но пожар принес определенную пользу. Он возродил активные процессы на болоте. Появившиеся открытые места превратились в пруды и широкие топи, более ценные для живой природы, чем густой подлесок. Отверстия в торфяном одеяле превратились в новые укрытия для аллигаторов. Шрамы, оставленные прежними пожарами, видны до сих пор и служат напоминанием о том, что без периодических возгораний Акифинаки превратился бы в сплошные зеленые заросли. Болото снова доказало, что может само позаботиться о себе. Невея сердечно поздравляет вас с Новым годом и дарит вашему подарку новогоднее настроение. Элит экстра классик. Классный кофе. Элит праздник вкуса. Супер! Это кто? Супер! Это что? Супер – это новая жевательная резинка. У нее вкус супер и цена супер. Поэтому она называется «Супер 12». Супер вкус, супер цена. Когда гномы узнали вкус превосходного молочного шоколада «Альпен Гольд», золото потеряло для них всякую ценность. И почему люди до сих пор ищут золото? «Альпен Гольд» – настоящее золото Альп. Будет ли у нас Рождество? Спросите у Гринча. Джим Керри в самой смешной комедии года. Гринч – похититель Рождества. Лидер кассового сбора в Америке. That worked out nicely. Когда вы ощущаете заботу, когда теплые чувства переполняют вас, когда вы вместе, вы абсолютно счастливы. Невея крем. Все, что нужно вашей коже. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые зрители, что драматические события, связанные со временем пересыханием болот, явление далеко не уникальное в природе. И в ряде других мест животные выработали довольно необычные приспособления, позволяющие им переживать такого рода невзгоды. Центральная Африка, Серенгети. Начало засухи. Чем туже сухой сезон затягивает петлю на горле реки Кировира, тем уже с каждым днем становится река, тем меньше маленькие заводи. Известно, что антилопы совершают миграции во время засухи, но кто бы подумал, что так могут поступать двустворчатые моллюски. Их водоемы становятся все теплее, то есть беднее кислородом, и усыхают, поэтому они решили уходить. Как при всяком решении, принятом без предварительного обсуждения, все началось с того, что моллюски стали ходить кругами. В течение нескольких часов моллюски кружатся на месте, видимо, без определенной цели.
Некоторые зарываются в дно русла реки, чтобы переждать там сухой сезон. Другие продолжают искать выход. В конечном итоге почти все найдут его. Вот другие двустворчатые моллюски, которые буквально застряли здесь. Они прикрепились к скалам, когда те еще были покрыты водой. В отличие от показанных перед этим более прытких родственников, они не могут ни передвигаться, ни долго жить вне воды. Всего несколько часов на солнце, и они задыхаются и умирают. Устриц вообще можно увидеть лишь когда вода в реке стоит на таком низком уровне. И хотя они здорово благоухают, никто толком не знает, что с ними делать. Окруженные водой, они вне досягаемости самых прожорливых хищников реки Кировира. Муравьи-охотники рыщут по дну реки в поисках добычи, но они пробегают мимо бродячих двустворчатых моллюсков, даже не считая их едой. Их створки закрыты так глухо, что муравьи даже не ощущают их запаха. В отличие от сидячих двустворчатых моллюсков, эти могут запечатывать свои раковины водонепроницаемым лаком. Хотя песок снаружи может нагреваться до 60 градусов, внутри своей раковины моллюск остается влажным и живым. Он может прожить так вне воды целых 2 года, если за это время не будет обнаружен хищником. Спасающиеся от засухи крокодилы могут проходить большие расстояния, по несколько километров в день. Но это тяжелый труд для гиганта. Еще труднее сомикам, которые погибнут, если их кожа высохнет. Поэтому они могут совершать только короткие переходы между водоемами. И те, и другие должны найти постоянные водоемы, несколько глубоких заводей, которые не будут пересыхать. Но хотя сомики могут передвигаться по суше и даже дышать воздухом, этим идти некуда. Для них это конец пути. Черепаха должна успеть зарыться, пока земля еще мягкая. Через несколько часов будет слишком поздно. Замечу, уважаемые зрители, что беда для одних животных порой превращается в праздник для других. Ну что ж, таковы суровые законы природы. С концентрацией хищников в уменьшающихся заводях для рыб наступило трудное время. Но, глядя на рыб-фундулюсов, этого никак не скажешь. Они очень активно мечут икру. Ярко окрашенный поклонник – сама преданность и забота. Блестящий образец для современного мужчины. Но в действительности он просто обхаживает самку. Всякий раз, когда пара останавливается, он придерживает самку таким образом, чтобы успеть оплодотворить икру, пока она, заворачивая свой брюшной плавник, старается протолкнуть икру вглубь песка. Обычные пары, тройки, нерест идет с такой скоростью, будто близится конец света. Это высшая точка их коротенькой жизни, ведь заводь завтра высохнет, а вместе с ней высохнут рыбки, фундулюсы и их икра. Некоторые животные могут двигаться дальше. Черепаха найдет другую заводь. Фундулюс погибнет.
Но зарытые в ил икринки доживут до следующих дождей. Это удивительная форма выживания, поддерживающая в этой заводе, где вода бывает всего несколько недель в году, постоянную популяцию рыбы. Изредка удары хвостом дают возможность какой-нибудь из рыбок добраться беспорядочными прыжками до соседнего безопасного водоема. Но иногда все эти маневры, напротив, только привлекают внимание. Сейчас прекрасное время для цапли. Она ловит еду для своих птенцов. Фундулиса будет гораздо легче отрыгнуть для птенцов, чем шипастого сомика. Павианы кормятся главным образом на окружающих равнинах, но пища там сейчас очень скудная, и некоторые из обезьян вынуждены добывать пропитание, прочесывая побережье. Когда наступают тяжелые времена, проявляются способности павианов и мартышек-верветок делать все возможное, чтобы до конца использовать то, что является для них самой замечательной едой. Хотя он эффективно использует мощь своих челюстей, павиан действует грубо по сравнению с африканским аистом Розини, обладающим таким многоцелевым инструментом, как клюв. Аисты прилетают сюда каждый год на несколько недель с берегов озера Виктория, чтобы забрать дань с этих заводей. Моллюск был поднят клещами, теперь в дело пойдут щипцы. Аисты не разбивают створки моллюска, а обкалывают их по краю с тем, чтобы острие клюва могло проникнуть внутрь и найти там точку опоры. Теперь острый край подклювья разрезает замыкающий мускул, стягивающий две створки между собой, как ножом. И мясо, очищенное и разрезанное, легко и чисто вынимается из раковины. Поскольку он питается почти одними моллюсками, добывая их таким образом, африканский аист Розини является настоящим специалистом в этом деле. Тяжелые условия поощряют специализацию. И сейчас, когда кировира зажата в тиски сухого сезона, этот специалист процветает. Совершенно замечательное приспособление к переживанию сухого сезона имеют двоякодышащие рыбы. Я напомню, что это рыбы, которые дышат не только жабрами, но и легкими. Так вот, африканские и южноамериканские двоякодышащие рыбы живут в пересыхающих, регулярно пересыхающих водоемах, и когда водоем уже близок к высыханию, они роют на дне норы. И забираются в эти норы, к моменту, когда вода полностью уходит, высыхает, затыкают вход в нору пробкой и впадают там в такой анабиоз, оцепенение. И переживают там период, весь сухой сезон 6-9 месяцев, а в экспериментальных условиях даже более 4 лет. И живут они, естественно, там в очень суровых условиях. Хотя они вот, обмен веществ у них резко понижается, они могут худеть на 20%. Кроме того, поскольку они там в этих норах не могут ходить под себя, у них в теле накапливается до 2% мочевины. И кроме того, за это время, вот в таких суровых условиях и в условиях пониженного уровня обмена веществ, они должны еще обеспечить созревание половых продуктов, потому что после этого в дождливый сезон они должны срочно отложить яйца и вывести потомство, потому что этот дождливый сезон не очень долг.
И вот такие норы, в которых двоякодышащие рыбы переживают засуху, известны даже из палеозойской эры. А между прочим, надо заметить, что до сих пор многие ученые считают двоякодышащих рыб одними из претендентов на предков наземных позвоночных. Так что наши предки водные вполне вероятно жили в очень нестандартных условиях. Это было мнение нашего научного консультанта Александра Кузнецова, рассказавшего о приспособлениях двоякодышащих рыб, позволяющих им, рыбам, переносить засуху. Ну что ж, теперь самое время вернуться в Северную Америку, в местность Акифинаки, где расположено одноименное местное знаменитое болото. Надо сказать, что здесь не всегда была суша, а Флорида не всегда была полуостровом. Четверть миллиона лет назад вода здесь была не пресной, а соленой. Акифинаки было маленькой лагуной у побережья Атлантического океана. Дном болота на всем его протяжении является песок. Когда океан отступил, песчаный бассейн наполнился пресной водой, главным образом принесенной рекой Суони-Ривер. Как это ни удивительно, Акифинаки – болото не со стоячей водой. Невидимое течение реки медленно, но непрерывно подталкивает его воды на юг. Вода в болоте цвета чая и покрыта пятнами увядающих растений, но она кормит множество рыб, таких как сом и большеротый окунь. Водяные животные болота, черепахи, рыбы и лягушки находятся близко к основанию пищевой пирамиды. Более крупные животные просто ныряют в богатую пищей воду и кормятся там. Малая голубая цапля ищет под листьями кувшинок мелких рыбешек. Как и все заболоченные земли, Акифинаки – рай для птиц. Это важное место остановки для перелетных птиц на пути их миграции и постоянный дом для многих других. Водяные птицы больше всех на виду, но лес полон ястребов, древесниц, болотных трупиалов и кардиналов. Наиболее распространенная птица на болоте – белый ибис, родственник аистов. Когда они не кормятся, эти ибисы собираются в кронах деревьев среди бород испанского мха, родственника ананаса. Стоя, они охотятся на добычу, которая попадается им, когда летит против ветра. Открытые части болота называются лугами. Заросшие водяными растениями, они похожи на прерии и пастбище запада. Здесь растет множество видов трав, такие как так называемое снежное дерево. Самые интересные из них и самые красивые растения – это насекомоядные, которым необходимо больше белковой пищи, чем может дать болото. Это сарацения. Ее ловчий лист раскрыли, чтобы увидеть его длинную глотку. Насекомое, ползущее внутри, попало в ловушку. Маленькие направленные вниз волоски не дают ему выползти обратно. Клобучок сарацении прикрывает рот, невинно выглядящий листком. Внутри ее зева находится масса полупереваренных насекомых. Росянка действует более открыто. Она ловит прилетающих насекомых своими клейкими волосками. Пчела может принять капельки за росинки, отсюда название, или нектар, и слишком поздно обнаружить, что это клей. Жизнь в Акифинаке сосредоточена вокруг лугов. Многие животные охотятся и кормятся здесь. Здесь сосредоточена живущая в воде добыча. Путешественники используют луга как ориентир. Однако можно заблудиться даже здесь, потому что контуры луговин все время меняются. Слой торфа, лежащий на мелководье, может внезапно оторваться от дна. Он всплывет на поверхности и образует новый участок суши.
Эти плавучие острова торфа могут достигать размера несколько сот квадратных метров. Они могут покрыть и уничтожить то, что раньше было ясно обозначенным каналом, пересекающим луга. На них очень быстро появляется растительность, и недолго ждать и до появления деревьев. То, что возникает в результате, называется дома. Это маленькие заросшие деревьями островки, качающиеся на воде. Когда идешь по такому дому, чувствуешь себя так, как будто ступаешь по водяному матрасу. Деревья качаются, а земля трясется. Отсюда и появилось название Кифинаки. На языке индейцев это означает «трясущаяся земля». Внутри домов можно встретить белохвостых оленей. Старожилы болота охотятся на них парами. Один охотник загоняет оленя на луговину, а другой поджидает его там. В плавучем мире природы есть острова, прочно прикрепленные к земле. Они гораздо больше домов. Будучи всего на 1 метр выше уровня остального болота, они покрыты совсем другими растениями – благородным лавром и 2 видами сосны. Настоящие острова покрыты живописными зарослями и изобилуют спокойными островными прудами, в которых на солнце греются аллигаторы. Как все рептилии, аллигаторы – хладнокровные животные. Лежа на солнце, они поднимают температуру своего тела. Так же поступает и маленькая ящерица – это анолис, которого часто называют американским хамелеоном. Он прижимается к ветке – это форма маскировки. Мелколесье на острове приносит в изобилии ягоды, причем круглый год, обеспечивая пищей черных медведей, барибалов. После запрещения охоты на них барибалы медленно восстанавливают свою численность, но плотоядные четвероногие, волки и пумы исчезли. Енотов это, разумеется, не огорчает. Их численность сильно возросла в отсутствие этих главных хищников. Испанский лишайник или бородатый мох можно рассматривать как символ Акифинаки. Но он вовсе не мох. У него нет корней. Он получает необходимую для фотосинтеза влагу не из субстрата, на котором растет, а с дождем. Он просто использует деревья как удобное место, где можно расположиться, и живет совершенно независимо и самостоятельно. Акифинаки пользуются такой же уникальной свободой. Это мир природы, заключенный в свою оболочку, существующий сам по себе и для себя. Дорогие зрители, пришло время напомнить вам о наших спонсорах. Наш генеральный спонсор – Роял Канин. Роял Канин разработал уникальные программы питания для собак и кошек, учитывающие их размеры и возраст. Ну а время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы познакомились с удивительной экосистемой болота Акифинаки в Северной Америке. Это болото образовалось на месте бывшей лагуны и является довольно совершенной саморегулирующейся системой, которая даже способна успешно сопротивляться воздействию людей. На сегодня все. До свидания. Смотрите передачу «Диалоги о животных».